приветствуем вас на концерте «Преемственность поколений», который проходит в осенний сезон армянской культуры. Армянская культура передается из поколения в поколение и живет благодаря мастерам, педагогам и их последователям. Помимо детских музыкальных школ, кружков, музыкальных училищ и, конечно же, консерваторий, существует и народная самобытность. Часто в семейном кругу дети слышат музицирование с ранних лет и прививается любовь к музыке. Сегодня на одной сцене вы увидите два поколения. Педагоги Искуи Карапетян и Армен Аванесян и их одаренные ученики, которые выбрали путь продолжения культурного наследия одного из самых древних народов мира. Очень понравился концерт, все молодцы, и педагоги, и ребята, и вообще вот мы очень довольны. В восторге, в полном восторге. Спасибо, очень понравилось. Всем спасибо молодцы. Большое организаторам. Молодцы. Ирина Чечеткина, общественный деятель, президент фонда «Спаситель». С удовольствием мы сегодня пришли, посетили ваш концерт необыкновенный, потому что живая музыка и любовь к музыке, она чувствуется, идет через ноты, через лица, лица просто светились, и публика, конечно, с восторгом принимала, да, музыкантов, настоящих музыкантов, потому что настоящее вот искусство, оно идет прежде всего из сердец. И вот то, что показали сегодня музыканты, юные и взрослые, да, их педагоги, это настоящее искусство. Почему? Потому что всегда важно, когда идет преемственность поколений, передается лучшее, да, те традиции, которые были накоплены прежде, и они передаются молодым музыкантам. Я очень рада, что вот мы здесь посетили, и то, тоже, как вам сказать, почувствовали кусочек настоящей солнечной Армении. Я от всего сердца пожелаю музыкантам дальнейшего продвижения, и чтобы как можно больше увидели и услышали настоящую музыку не только в Москве, но и за пределами России и дальше в зарубежье. Очень понравился концерт мне. Молодцы ребята. Дай Бог, чтобы дальше пошли. Большие, огромные эти концерты. Большой зал, чтобы показывали.